поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато... Ну, с чем пришел? Ты что-нибудь слышал о веленских ведьмах? Не обращаю я внимания на мужицкие байки. Деревенщине всюду мерещатся чары, ведьмы, дьяволы и херо знает что еще. Как ты здесь вообще оказался? Да никакой тайны в этом нет. Я служил в Темерском войске. Отряд мой разбили в самом начале войны. А надежды отогнать врага уже не было. Ну, мы двинулись на север, а по дороге к нам присоединялись другие всякие дезертиры. Мы были, знаешь, как снежный ком, который с горы катится. Ну и когда дошли до Вронец, под моим началом собралось уж прилично людей. И вы так просто вошли в крепость? Да местный владетель от черных сбежал и Вронице просто бросил. Как только Нильфгард выиграет войну, я титул получу. И вот тогда закончится вся эта болтовня про барона-самозванца. Я вот все думаю, зачем ты сговорился с нильфами? А что мне было делать-то? Броситься на них, а? Умереть героем? Я в гробу видал геройскую смерть. Предпочитаешь жить как предатель? А, да через минуту об этом никто и не вспомнит. Темерии нет, а значит и предавать нечего. Здешний нильфгаардский гарнизон не слишком силен. Ну и что с того? Ну перебью этих, тут же придут следующие. Черные затопят этот край. Это так же верно, как то, что у меня в жопе дырка. А ты играешь в гвинт? Играю. И больше выигрываю. Ха. Если есть колода, садись. Допустим, если ты у меня выиграешь, дам тебе в награду какую-нибудь уникальную карту. Тогда сыграем?
Я свое слово держу. Бери карту. Еле недостойных противников не найдешь. Разве что лодочный мастер в руднике. А, ну и старый ясновидец. Он сейчас живет к востоку отсюда. У этой, у мельницы. А, и еще один есть паренек. Мозгов у него, как у старой овцы, но играет он хорошо. Я даже не знаю, готов ли ты с ним сейчас сыграть. Нету. Скажу, все скажу, с честно. У тебя седой тоже вид, будто вчера всю ночь. Говнюшка. Зачем ты все рубишь? Сделаем новую модель. Из двух частей. Что ты опять придумала? Увидишь. Я сделаю свободное соединение на заклепках. И части смогут свободно двигаться. Ну и батон у меня. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары.
Я ищу кого-нибудь, кто возьмется изготовить доспехи. Очень хорошие доспехи. Ну что ж, я делаю доспехи уже 20 лет. И, надо сказать, кое-чего в этом деле достиг. Ну да. Не обращай на нее внимания. Последнее время она всюду сует свой нос. Ну так что ж за доспех тебе нужен? Легкий, прочный, чтобы не сковывал движение и чтобы надевать его без посторонней помощи. Ха-ха, что еще? Может, он еще и чистить сам себя должен? И гузно тебе подтирать? Звучит неплохо. А ты сможешь такое сделать? Нет. Но если ты найдешь кого-нибудь, кто сможет, я с удовольствием с ним познакомлюсь. Послушай, с доспехами вот какое дело. Если он прочный, то не может быть легким. Может, если есть правильные инструменты. Такие, как у клана Тордорох на Ундвике. Иоанна, ты обещала не вмешиваться, когда я разговариваю с клиентами. Не морочь людям голову этими своими скелликскими сказочками. Это не сказка. Мой дед плавал на Ундвик за панцирями, потому что люди из клана Тордорох делали самое лучшее. Так было до недавних пор. Но с год назад остров разорил великан. Люди бежали или погибли. Но кузни-то, думаю, до сих пор там. Проверить стоит. Если я найду эти инструменты, вы сделаете для меня панцирь? Да, тогда да, но только тогда. Что-нибудь еще об этой кузне известно? Говорят, она была в какой-то пещере на северной стороне острова. Если я окажусь на Скеллиге, попробую найти эти инструменты. Будьте здоровы. Чем могу служить? Как насчет партии в Гвинт?
Чем могу помочь? Странный у тебя говор. Ты со Скеллиги? С Артскеллига. Но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Что у тебя есть на продажу? Не желаешь сыграть в Гвинт?
базовую кольцовую точку, что ли? В общем-то, можно. Птички у нее справа. Я про Крикотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Герой. Хочешь посмотреть наш маленький склад? Мы тут собрали неплохую коллекцию. А то зачем добру по мужичьим халупам пыль собирать? Покажи мне свои товары. Я бы не отказался от партии в гвинт. Thank you.
Кажись, у меня чесотка. Ты убьешь всех чудовищ? Откуда вы что-то поснули? Шевелись! Да ну тебя. Я вздохнуть не могу. Что? Неплохая работа моему любовцу подвернуть. Оно, конечно, не хуже. Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Откуда взялся-то этот ведьмак? О чем я знаю? Хочешь, сам спроси. Ну и скучище. Чего? Ась. Ну и скучище. Бледный ты, как говно овсяное. Но-но-но! Бледный ты, как говно овсяное. Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, даже проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Похоже, я там был. Чудовищ можно больше не бояться. Благодарю тебя. Ты представить не можешь, как ты мне помог. У меня нет денег, чтобы тебе заплатить, но... Возьми. Это ключ от шкатулки с моими сбережениями. Они твои. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось, что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому без платы тебя не отпущу. Пошла! Неплохой банкет. Откуда вы взяли столько мяса? А тут куча поросей носится. Вот мы одного и зажарили. Хочешь кусочек? Хватит на всех! Благодарю, я откажусь. Тебе же хуже. Кай, отрежь нам еще по кусочку. Нет! Не позволю! Зажарили божевку, сволочи! Опять он! Мало ему! В чем дело? Боженку убили! И сжарили ее, сволочи! А этот опять за свое. Ничего не поделаешь, придется ему навалять. Кай, Якоб, займитесь-ка им! Нет, не надо! На помощь!
вам ничего не сделал, оставьте его. Мы тебя по доброте поросеночкам хотели угостить, а ты вот как. Не будет нам приблуда приказывать, бей его! Все в порядке? Ну да. Но Боженка-то, божечки, не жарили ее. Ты, должно быть, очень любил эту свинку. Кто ты такой? Я Геральт из Ривии. А я Йонтек из... Ну, из... Ну, оттуда-во. Ты один живешь в этой деревеньке? Так все по домам. И Флаб, и Хагель, и Бебон. А я только... Клауса и Игоря не видал. А это кто такие? Игорь тот полудурок, он еще траву ел. А Клаус, это ж староста. Каждый Клауса знает. А где они, не знаю. Видно, забрали их свинские чары. Эти свиньи заколдованы? Точно. Сам посмотри. Ох, ладно, взгляну я на твоих поросят. Вот и славно. Свинья. Но медальон сходит с ума, а Йонтек был прав, она заколдована. Йонтек. А? Похоже, свиньи и правда заколдованные. Так. Чары были. Их и попревращало. То есть эти поросята заколдованные люди? Так да. А ты что думал? Помоги. Отколдуй. Как эти люди превратились в свиней? Так чары же! Я дал Игорю ключ, а он собрал всех, а они и пошли. Какой еще ключ? Ну, этот... Вот, он открывает дом Вебря. Откуда у тебя этот ключ? Нашел. Показал Игорю, а он сказал людям, что все пошли. А их и превратила. Взгляну-ка я поближе на этот дом Вепря. Где он? Ну там, за горочкой. Идешь, идешь, а потом он. Понял? Я найду. Что, паскуда?
Покажи, что умеешь. Так и правда подходит. Следы множества людей и чего-то тяжелого. Медальон вибрирует. Значит, эта свинья тоже родом из деревни. Кажется, это прозвучало. Ты меня понимаешь? Ну ладно, попробуем. Один раз хрю — это да, два раза нет, ясно? Не знаю, сколько ты тут сидишь, но должно быть, ты здорово проголодался. Держи-ка яблочко. Что, вкусное? Ладно, давай поговорим. Подожди здесь, мне нужно осмотреться. До свидания. На рубашке следы от травы, внизу торба. Это должно быть того травника, Игоря. Понятно, почему дом вепря. Thank you.
здесь было несколько человек, тащили что-то к выходу. А вот и я. Ладно, давай поговорим. Знаешь, что это за место? Мы в святилище? Йон так говорил, что в деревне нет только травника и старосты. Должно быть, ты один из них. Ты Клаус, деревенский староста. Ты местный травник. Я слышал о тебе. Игорь? Очень приятно. Я Геральт. До свидания. На дне осталась золотая монета. Здесь, наверное, держали золото. Здесь было несколько человек, тащили что-то к выходу. А вот и я. Ладно, давай поговорим. Здесь лежало золото. Ты знаешь, что с ним стало? Надо обсудить это с Йонтаком. Кажется, я понял, что здесь случилось. Это святилище. Здесь лежала полная лохань золота. Йонтак нашел ключ и показал его деревенским, а они позарились на сокровище. Но он и представить не мог, что золото под охраной проклятия. Чтобы снять проклятие, золото нужно вернуть на место. Надо спросить Йонтака, может, он знает, где оно? Похоже, все это превращение — злая шутка. Или его очень неловко наложили. Готово. Деревня в безопасности. На время. Йонтак? А? Я разобрался, что произошло с местными. На них наложено проклятие. Сможешь их расколдовать? Да, но тебе придется мне помочь. Добро. А вот любопытно, почему проклятие обошло только тебя? Потому как я с ними не пошел. Так ты не брал золото из святилища? Нет. Ну что оно мне? Проклятие вызвано кражей золота. Ты знаешь, где золото сейчас?
спрятал. Надо его вернуть, и при этом должны присутствовать все жители. Это как же? Возьми золото, а я соберу свиней. Встретимся на мельнице и все вместе пойдем в дом вепря. Думаю, у нас все получится. Мы спасем их! Я возьму золото! Надо как-то загнать свиней. Уж такси? Идите к мельнице и ждите меня там. Прошу за мной, уважаемый свин. Вот все, кроме Игоря. Игорь нас ждет. Помнишь, как придем, надо положить золото на старое место. Ага. Ты бери свиней, а я принесу и положу. Идем. Идем. Двигайтесь. Давай на место. Ну, шевелись.
Я снова стал собой. Спасибо тебе. Не время радоваться. Надо всех пересчитать. Почти все здесь. Спасибо тебе, беловолосый. Вам повезло, что Йонтек меня сюда притащил. Это ведь Йонтек принес ключ! Знал, подлюка, что золото проклято. Потому и не захотел с нами пойти. Так это... не я. Это Игорь. Игорь хотел... Не отвертишься, пройдоха! Взять его! Спасите! Кто первый поднимет на Йонтека руку, тот ее и потеряет. Тихо, тихо, мышь просто... Этот страшило нас живо порубит. Пойдем-ка отсюда. Ух, спасибо. Да, лучше тебе в деревню не возвращаться. Найди себе какое-нибудь другое место. Ну, ладно. Шевелись, плотва. Что, гули ищешь? Потому как добить меня некому. Мне уже последние дни остаются. Никак я сдохнуть не могу. С детства такой крепкий был, собака. Мы вроде уже встречались. Ага. Вытащили вы меня с-под кучи трупов. А я тогда такой уверенный был, что меня зараза обойдет. Такой уверенный. Послушайте, вы мне раз благодеяние сделали. Смилуйтесь и сейчас. Меч у вас острый. Кончайте это.
Извини, но я не могу это сделать. Прошу! Нет. Нет, а то что? Брезгуешь? Боишься, совесть будет мучить? Я бы тебе и денег заплатил, чтоб ты все побыстрее сделал. Ну нет, так нет. Тогда хоть отойди с глаз долой. Дай помереть спокойно. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла... Потому как добить меня некому. Ага. Послушай. Ты уверен? Да. Прошу вас. Сделайте все быстро. А труп мой потом спалите. Хорошо. Спасибо. Вот, держите-ка. Хотел я детям золото оставить. Только теперь не нужно им оно.
Покажи, что умеешь. Знаком с тобой, но видел много раз. У меня есть дар. Я умею видеть будущее. Твое тоже. Подозреваю, что не за бесплатно. Много я не попрошу. Если у тебя найдется что поесть. Держи. Спасибо. Такой дар заслуживает пророчества. Ну, слушай. Я вижу белого волка. Он смотрит, как великая змея кусает и пожирает серебряную лилию. Он хочет ее остановить, но змея быстрее. Лилия должна погибнуть. Это не будущее. Я это уже пережил, а ты, должно быть, услышал в какой-нибудь балладе. Чем старше я становлюсь, тем мутнее становится мой третий глаз. Но если бы ты принес драконий корень... Это редкое растение. Редкое. Но когда-то оно росло в пещере к юго-востоку отсюда. Посмотрим, может, оно еще там.